Весь день сегодня Москва вспоминает погибших в войне. Утром в сквере в районе Лефортово прошла акция «Свеча памяти». Ее провела Росгвардия. Возле памятника воинам внутренних войск военнослужащие, ветераны и кадеты зажгли свечи, вспоминая тех, кто не дожил до победы. Участники акции также посетили Центральный музей Росгвардии. Мероприятие должно завершиться прогулкой на теплоходе по Москве-реке, во время которой состоится музыкальный вечер «Не гаснет памяти свеча».